Иди сюда, иди. Знаешь, смотри, просто меня снимаешь и все, понял? Не, я там прыгать не буду, ну, уже как бы возраст не тот, да и статус, понял? Просто снимай. Дорогие зайцы, в этом году нам было очень сложно. Не у каждого была капуста. Но я, заяц, сделаю так, что мы все разбогатеем. Тогда, когда мы соберемся в одно стадо, а точнее коллектив. И я обещаю, что... Ага! Вот он, деда, он уже предвыборную речь придумал себе, смотри. А вот вы еще будете мне указывать, что мне говорить, что нет? Часы отдай. Не отдам. Часы не отдай. Отдай часы. Стоп! Истерички. Не отдам вам часы. Вот если бы меня сам бы премьер-министр России попросил бы, вот, может быть, я бы еще и отдал бы. Где бы тебе его возьму? Не знаю, он же волшебный. Ну, зайчик, я попробую. Уважаемые россияне, отдай Деду Морозу часы. Слышал. Этот год был очень сложный для него. Да чё ты какой-то добрый, не верю, не отдам. Вот если бы меня бы мужик какой-нибудь такой вот попросил, знаешь, чтобы я же испугался, вот тогда бы, может, отдал бы. Ну, например, ну, Джигурда. Джигурда, ну Джигурда. Попробуем. Отдавай часы. Зайчик, отдай часы по-хорошему. А то я сейчас стихи свои читать буду. Вот слушай. Вышел заяц на русское кольцо. Стоп! Дедуль, ты пойми, что я-то животное, понимаешь? Вот если бы меня царь зверей бы попросил, ну, лев, может быть, я бы еще отдал бы. Лев какой? Хорошо. Добрый вечер, Лещенко, Лев. Добрый вечер, Карапетян, Овен. Ты помнишь, что видел в вышине? И вдруг погасли две звезды, но лишь тебе понятно мне. Ну, быстро мне отдал часы. Нет, отдавай часы, заяц. Нет, а... Деда, все замолчали оба. Вас тут давно никто не слушает уже. Здесь, в Чикаго, слушают совсем другого человека. И поэтому этого человека мы приглашаем сейчас на сцену. Для новогодней поздравительной речи мы приглашаем на эту сцену исполняющего обязанности ректора Челябинского государственного педагогического университета Владимира Витальевича Садырина. Ваши аплодисменты! Добрый день! Несмотря что наш обаятельный и ушастый заяц выступает без своей зайчихи, я думаю, в новом году мы ему пожелаем не расставаться с ней. Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Вот только что мы с группой наших студентов-аспирантов вернулись из резиденции губернатора, и 15 наших студентов и аспирантов получили премию губернатора Челябинской области и дипломы за подписью Михаила Валерьевича как победители конкурса лучших студентов-аспирантов молодых ученых. Я думаю, что это здорово. Среди 6 вузов, которые выиграли гранты губернатора, наш вуз выиграл 8 миллионов в гранте в номинации образования. Я думаю, это тоже хороший новогодний подарок. Вы знаете, вот прошел ровно год, как я работаю в стенах педуниверситета, и раньше, бывая в университете, видя творческие коллективы, присутствуя на, как председатель Государственной экзаменационной комиссии, мне было интересно, и студенты университета
представлялись как очень интересные, творческие, талантливые люди. Но вот целый год мы работали, и у меня за весь год возникло только два сомнения. Первое сомнение, когда Ильяс Муратович пришел и предложил поддержать перед сессией студентов и объявить 3 дня бесплатных пирожков. И у меня было большое сомнение вообще, ну это не 3000 вилков капусты для зайца, это 3000 пирожков. Их надо было осилить. И я сомневался, осилят ли наши студенты. Но Ильяс Муратович сказал, наши студенты осилят. Мы с вами осилили, и завтра будем пирожками угощать из тех. Значит, и второе, нам, конечно, создали хорошее настроение, потому что студенты получили, ну, хорошую, приличную стипендию. И у меня было только одно сомнение на ученом совете, когда ученый совет утверждал вот эти размеры стипендий. Сумеют ли наши студенты потратить эту стипендию до Нового года? Но Ильяс Муратович сказал, что тоже можно не сомневаться. Я хочу вас всех поблагодарить за труд, вот сказать, что ту стипендию, которую вы получили, особенно отличники, это за ваш труд, за ваши старания, за ваше желание получать знания. И мы будем стараться, чтобы на следующий год у нас тоже была хорошая, большая стипендия, чтобы мы интенсивно развивались, получали новые гранты, приобретали новое оборудование, чтобы вот сейчас уже факультеты выступили с тем, что у нас будет 12 новых специальностей на первый курс, и чтобы наш вуз дальше развивался и процветал. Значит, давайте пожелаем Снегурочке хорошего жениха, Зайчику хорошей зайчихи, ну а Деду Морозу найти то, что он потерял. С Новым годом! Всего доброго! Спасибо! Спасибо огромное!